Вот так, раскрывай, раскрывай. Распаковочка идет. Я сижу, жду раздевалки. Уже по магазинам прошлась. Вот она картинка, вот так вот она выглядит. Так, а сколько тут цветов? Ну-ка, открывай, Настюля. Да? А кому-то это интересно. Смотрят люди. Кто смотрит, тому интересно. А также Юля, очень активный у нас подписчик. Много комментариев пишет, молодец, спасибо большое. Всем доброе утро. Как всегда, утро начинаем с вида из окна, какая у нас там сегодня погода. Погода сегодня прекрасная, отличная. Кто-то просит, покажите дом. Я не знаю, девочки, вот там дом виднеется. Видите купол церкви, и там вот дом. Вот из окна видно. В общем, к дону туда мне тащиться, конечно, не хочется. Но солнечная погодка, приотличненькая. Класс, тишина. Суббота. Скоро Настя приведут мне. А сейчас 7:30 утра, а температура уже 23-24 градуса на улице. Я 6 часов не сплю, сижу, монтирую видео. Хочу смонтировать до прихода Насти. Все, девочки, успела я смонтировать видео до Настиного прихода. Настя вот-вот уже появится. По времени папе уже бежать на работу нужно. Хочу сказать, как здорово выручает все-таки овсянка. Заварила я овсяночку себе, как всегда, на завтрак. Я обычно утром занимаюсь делами. Дела быстрее утром поделать, и тогда уже свободно. Поэтому, когда утром, чтобы не заморачиваться ни о чем, что там поесть, там что-то это. Вот овсянку раз-раз заварил быстренько и поел. Здорово, классно. Что еще я вам хотела сказать? Уже же лето, все уже к концу подошло. И вот это видео, которое я сейчас снимаю, оно как раз выйдет 1 сентября. И по этому случаю я хочу всех поздравить уже с новым учебным годом. И вот с наступлением осени, я не знаю, поздравить вас или нет, лето закончилось, все. Ну, у нас южный регион, у нас еще будет тепло, бабье лето еще, и я думаю, что сентябрь, может, еще и октябрь будет теплый, так что я еще сильно не прощаюсь с летом. Ну, по крайней мере, по календарю лето уже все закончилось. Вот так вот быстро лето пролетает, да, раз-раз и нету. Ну, все, сейчас надо мне покушать и уже Настю встречать. Для Насти тут лежит у меня обновочка. Я все ждала, когда она ко мне придет, чтобы померить платьечко. Василек лежит и ждет ее. Посмотрим, как она не сидит. Голубенькая, симпатичная такое. Настюля пришла! Всем привет! Всем привет! А бабушка тебе подарок там положила. Вон там, на лавочке. Ой, что это? Ой, что это такое? Что это такое? Ну-ка раскрывай, давай посмотрим. Вот так, раскрывай, раскрывай. Распаковочка идет. Разворачивай. Ну смотри, что это? Это одно и то же платье, только для этого, да? Такое. Ну, это платье вот такое, я тебе не заказывала. Да, такое вот платье. Ну, как теннисное платье. Ну, сейчас померишь, посмотрим. Ой, какое красивое платьечко. Ну-ка, покажи нам со всех сторон его. Хорошенькое, голубенькое, светлое такое. Ну, мне нравится. Тебе нравится? Да, мне еще больше понравилось, что это. Рисунок, вышивка. Классно. Ну, все. В нем и пойдешь на тренировку. Ну все, мы с Настюлей вышли. Да, Настюля? Да, солнце светит. Солнце светит. Мы идем. Куда идем? На тренировку. Сегодня суббота. И сегодня у нас, как всегда, вот 1,5 часа тренировка. Я сегодня, сейчас я вышла, как вы заметили, если вы не заметили, ну, я вышла в своем новеньком костюмчике, который мне платьице. Бабушка. Это же платьице. Ну, платьице. Ну, типа костюмчик. Ну, как же может быть платьице, типа костюмчик, если это платьице? Вот это почти такое же платьишко, которое ты мне... То платьишко, которое ты мне подарил, ну, это платьишко, это другое платьишко. Ну, оно...
другое, но вот так же выглядит. Красиво. Так, ну все, тут шумно, давай не будем тут много болтать. Ну что, всем пока. Идем на тренировку. Еще не пока, еще целый день будем вместе. Ну я поняла. Ну всем пока-пока. Вы меня ждете 1,5 часа. Да. Это я буду Настю ждать 1,5 часа и не знаю, что я там буду делать. Но опять по магазинам пойду. А что делать? Зашла вроде мясо посмотреть. Остановилась, рулетики вот эти вкусные такие. И котлетки вот там свиные очень вкусные. Надо взять чуть-чуть. Я сижу, жду в раздевалке. Уже по магазинам прошлась. Но уже осталось 20 минут до конца тренировки. У них сегодня хореография. Вот там девочки танцуют. Все, мы пришли домой, заскочили по-быстренькому в Фикс Прайс. Настя говорит, я тоже хочу стразики. Вот мы взяли ей такие детские стразики, там где, допустим, не 20 цветов, ну, скажем, там 5 цветов, а может 10, я не знаю, я еще не открывала. Там новенькие завезли картинки, и вот эта картинка как раз 5+, будет Настя заниматься, а я буду делать свою лошадку, конь. И это не конь, вернее, единорог. Настя сразу, как увидела, сказала, единорог. Уже 2/3 сделано. Еще осталось вот чуть-чуть. Но сначала надо нам пообедать. Я не могу вот эту штуку закрепить. А, все. Нет, надо сначала вот эти уголочки засунуть. А потом вот эту штуку. Оба уголочка, смотри, чтобы они зашли. Нет, вот это вот сначала надо отпустить, вот отпустить. Давай, держу, вытаскивай. Ладно, сейчас я, это мне одной рукой неудобно. Вот она картинка, вот так вот она выглядит. Так, а сколько тут цветов? Ну-ка, открывай, Настя. Открывай, давай. Оп-оп-оп. Вытаскивай вот эти пакетики. Да не рви ты, зачем рвать-то? Вытащить можно. Так, ладно, ну-ка раскрывай. 5, я вижу, 6, 8. Они в кулечечке там, в пакетике лежат. Вот тут открывается. Вот, видишь, вот. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цветов, да? Ну вот и прекрасно. Но мы их сделаем тебе так вот, чтобы тебе удобно было брать. Но сначала давай покушаем, хорошо? Да. Все. Мы уже поели борща. А сейчас... Я вот так вот нарезала арбуза нам, и мы сели вдвоем с Настей арбуз лопать, да? Мы вместе творчеством занимаемся. Настюля вот уже рыбку тут уже вот красненькая выложила, довольно ровненько, молодец. Но устала. Решила пока посмотреть телевизор. А смотрим мы «Ералаш». Включили фильм другой, сейчас смотрим «Геошторм» с Настей и занимаемся творчеством. Настя красками рисует. Стразики очень кропотливое занятие, да, Настя? Устала. Ну, красками пускай рисует. Вот, а у меня осталось тут уже чуть-чуть. Я уже вот здесь вот. Все, осталось чуть-чуть. Ну, я не тороплюсь. Я смотрю кино потихонечку, мы смотрим, занимаемся своими делами. А ты бы хотела в космос полететь? В космос? О, ну там же очень страшно, скучно. Сейчас я громкость. А мне не кажется, что не страшно, не скучно. Там можно посмотреть на планету. С космоса? Я бы тоже посмотрела на планету с моих глаз. Я только смотрю всякие видео, например, которые мы сейчас снимаем, только про космос. А мы с тобой снимаем видео про жизнь. Вот как люди живут, да, как мы тут живем, что мы делаем. Ну, я здесь не живу, так что я здесь не живу. Ты не живешь здесь, какая разница? Просто ты же у меня в гостях. Вот чем люди в жизни занимаются? Вот свободное там от работы, от садика, например, время, выходной у нас. Чем мы с тобой выходной занимаемся? Вот мы рассказываем людям. Да?
А кому-то это интересно. Смотрят люди. Кто смотрит, тому интересно. Вот. Вот так вот мы коротаем вечер. Сегодня наелись. Напились. Напились. Да? Не голодные, все. Телек смотрим. Ну, как бы все время смотреть его постоянно. Вот прям на телевизор упереться и смотреть. Интересно, да? А мы так его поглядываем и что-то делаем. А то полежим. Я сегодня видео. Мы проверили видео предыдущее, которое мы снимали. Опубликовали уже его. Все. Да? С моей сестричкой по телефону поболтали уже. Вот так и проходит вечер. А через часик уже за тобой придут. Да? Домой отправишься. А я включу танцы на ТНТ. Буду смотреть. Начинаются танцы на ТНТ. И что-то там передача будет по-новому как-то. Не так, как она была раньше. Что-то будет новое. Я смотрела рекламку. Мне любопытно. Очень даже. Мне нравится, как там танцуют молодые молодежь. Вот такие дела. Сейчас я дорисую еще сердечко, мне осталось дорисовать. Я вам покажу, какой у меня рисунок получился. Ну хорошо, давай. Сейчас нам Настя покажет, какой у нее рисунок получился. Настя только увидела мою картину, сразу говорит, это как он, единорог, да? Единорог. Вот. Вот осталось уже чуть-чуточку внизу. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Завтра вот будет время, тоже по чуть-чуть поделаю что-то, да? И все. Сейчас я черненьким еще приду. Мы еще с Настей сегодня заказик Василек сделали. И Насте там кое-что заказали. И мне. Так что будут скоро новинки. Сейчас я Так. покажу. Покажи. Да ты так сидя можешь показать. Давай я покажу Да. поближе. Вот что Настя у нас нарисовала. Папа, мама, дочка. Все, молодец. Я с нашей семьей нарисовала. Какое-никакое творчество детское, да? Вот так вот. Ну все, я на сегодняшний день уже ничего больше вам нового не покажу. Настя сейчас туда-сюда и домой пойдет. Хочешь попрощаться? А вы знаете, как я захотела, и у меня додумалась голова до космоса? Потому что мы сейчас смотрим про космос, и где большая волна. Ну, чуть-чуть похоже про космос. И я тут задумалась, хочу. Ну, я сначала захотела фильм посмотреть, потом раз в голове появилось что-то, чтобы порисовать, потом не, надо фильм лучше посмотреть. Потом раз, все, надо порисовать. Ну все, попрощаешься? Всем пока-пока! И через час я к вам вернусь. Ты? Да. Потому что через час Ты уже будешь дома? будет утром. Нет, ты будешь дома через час. А А что-то сейчас еще. мы видео с тобой на сегодня заканчиваем. А 3 часа проходит и уже утро, да? Почему 3 часа? Мы сейчас с тобой видео заканчиваем. Нет, я вообще. Вот когда 3 часа там, и уже утро становится. Нет, утро становится не скоро. Утро будет через 12 часов. Всю ночь будешь спать. Я всю ночь тоже буду А спать. люди этого даже не замечают. Конечно, потому что спят. А я вот думала, когда я сплю, ложусь. Я вообще, мне сон снится, я не понимаю, что происходит, я не знаю, сколько часов прошло. А вообще, мне кажется, ну, когда я просыпаюсь, мне кажется, я сразу, о, 1 час прошел, можно гулять. Нет, завтра ты с папой выходная, ты будешь дома завтра с папой. Ну, может быть, вы там, не знаю, чем-то займетесь, может, куда-то отправитесь. Вот. А сейчас ты прощаешься со зрителями нашими, и увидишься ты уже не в этом видео. А мне еще бабушка рассказала, что какой-то подписчик, ну, два подписчика или один подписчик,
Она, когда я была на тренировке, бабушка пришла в магазин и увидела какого-то подписчика. В магазине встретила подписчиков. Остановились девушка с парнем, говорит, а мы смотрим ваш канал. Я говорю, ну очень приятно, увиделись. А мне неприятно, потому что они про меня ничего не говорили. Да что ты говоришь? А в детском садике кто-нибудь смотрит из твоих друзей? Да, Ольга Юрьевна, только не дети, а Ольга Юрьевна не посмотрела. Только еще в том году, когда мы снимали осенью. А да, зимой, когда снимали видео всякие. Там... Ну ничего, еще тебя будут тоже узнавать. Подожди еще. А еще я вам хочу сказать, что я видела по телеку, что у нас сегодня будет новый конкурс. Кто лучше слепит? Кто лучше слепит, он будет лепить даже в этих «Спокойной ночи, малыши». И кто лучше слепит «Спокойной ночи, малыши», тот и выиграет призы «Макдональдс». Макдональдс. Понятно. Ну все, Настя прощаться с вами никак не хочет. Пока-пока. Ну я и правда не хочу прощаться. Не хочет. Ну, на сегодня мы заканчиваем. Спокойной ночи вам желаем. И увидимся утром. Я с вами уже увижусь утром. Поставляйте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик и при этом... Нажимайте на кнопочку, чтобы она стала, я считаю до трех, чтобы она стала серенькой. Раз, два, три. Молодцы. Все. Ну, пишите, кому нравится Настя, пишите, как она вам нравится и чем. Все. До утра. Всем доброе утро. Я проснулась. Вот так выглядит у нас дом. Так более лучше видно, да? Сегодня ветерочек. Ну, тепло. И даже будет сегодня очень жарко. 21 градус, а еще 7 часов нету. Что там? Сейчас окно хочу открыть. Ой, свежий воздух. Какая прелесть. Как люблю. О, деревья. Деревья гнутся. Шумелка мышь, деревья гнутся. Так, ну, что, кофе? Надо попить кофе. Садимся пить кофе. Небо чистое-чистое, голубое-голубое. Сегодня выходной. У людей сегодня жара. Сегодня можно спокойно идти на дом, купаться и загорать. Все, девочки, управилась я со своими всеми утренними делами. В общем, сегодня и постельное поменяла, и постирала, и, в общем, еще какие-то дела делала. В общем, все утро что-то я возилась. В конце концов, искупалась. И вот сейчас такой момент наслаждения. Как я люблю этот момент. Ой, какой кайф. Вот я люблю, когда, знаете, вот только постельное поменяешь, искупаешься, оденешь чистенькое, все. И вот этот запах чистоты, ощущение чистоты, такой балдеж, я просто не могу. Обожаю этот момент, просто люблю наслаждаться. Вот, и сейчас я уже включила сплит, ну сейчас выключила, чтобы он не шумел. Устроила прохладу, потому что на улице прямо жара уже с утра. Включила телек, потихонечку телек смотрю. Устала, никаких сил нету. Но надо встать сейчас, немножко с вами поболтать, ответить на некоторые ваши вопросы. Кстати говоря, моя картина уже подходит к завершению. Чуть-чуть осталось. Но здесь, в принципе, кажется чуть-чуть, но это, в общем-то, на целый день еще. Ну, я торопиться не буду. Не буду прямо спешить сегодня это закончить, потому что сегодня у меня день отдыха. Скорее всего, завтра, может, и закончу. Ну, потом закончу, покажу вам. Девочки, открыла комментарии. Я сейчас хочу, ну, на некоторые вопросы, может быть, ответить по комментариям. Вот Юля пишет, пора розыгрыши с Фаберлик проводить. Девочки, розыгрыш очередной будет, ну, приурочен к какой-нибудь цифре. Вот какая-то цифра будет у меня интересная, я тогда проведу розыгрыш. Ну, к нему надо будет, конечно, подготовиться. Сейчас еще посмотрю комментарии, полистаю и отвечу на некоторые вопросы, потому что в комментариях я отвечаю коротко, быстро.
Ну, а на некоторые вопросы, может быть, нужно более подробный ответ дать. Так, кто-то мне пишет. А, ну также Юля пишет. Вместо хлеба советуют мне овсяно-блины делать. Ну, во-первых, это надо делать время, да? Но дело даже не времени. Тут я вижу, что мука там есть. Ну, я, девочки, сейчас пока что решила воздержаться вообще от хлеба. Ну, прям максимально-максимально. Вот если я могу есть без хлеба, то я ем без хлеба. А вот эти бутерброды, которые я люблю, ну, значит, пока что без бутербродов. Ну, хочется побыстрее, знаете, чтобы как-то процесс пошел уже, а то он что-то очень медленно движется. Так, спрашивают меня, какое действие препарата Аквадетрим, для чего нужно применять. Ну, девочки, я написала короткий ответ, что в интернете полно информации, для чего вообще организму нужен витамин D. Я не медик, я так красиво это все рассказать не смогу, я просто знаю, что это надо. Я знаю, что его нужно употреблять каждый день, витамин D, независимо от времени года, хоть это зима, хоть это лето. Недостаток витамина D у всех жителей нашей страны, это мне сказала врач. И она сказала, что его нужно обязательно употреблять. Но там иммунитет, он дает силы, как бы энергию, много чего дает. И я даже не буду это все перечислять. Проще зайти в интернет. Интернет же есть, правильно, зайти и посмотреть там. А, так, дальше смотрим. Так, также про витамин D. Расскажите о сковородке Faberlic, как качество, какой диаметр? Я написала 26 сантиметров, это у меня не сковорода Faberlic, а сотейник от Faberlic. Ну, в основном я там тушу, вот тушу капусту. Вот когда мне нужно было много картошки пожарить, тоже там очень удобно. Она не подгорает, очень легко моется. И вот какой-то объем, допустим, если нужно приготовить там большой, с высокими бортами, очень вот удобно. Овощи тушить, капусту тушить, также вот можно какой-то типа соус приготовить, все. Вот. А сковорода, которая у меня не сотейник, обычная, я ее брала в Магнит Косметик, брала ее, ну, самую дорогую такую, с этим вот покрытие, как мраморная крошка, вот типа того. Так, также Юля, очень активный у нас подписчик. Много комментариев пишет, молодец, спасибо большое. И она же как раз и спрашивала по поводу конкурса. Да, Юля, я вас запомнила. Так, значит, что она советует, у кого ресницы поломались после наращивания, взять сыворотку для ресниц. Вот я, кстати, запишу эту сыворотку для ресниц. Я хоть и не наращивала, но ресницы как бы реденькие стали. Может быть, это уже с возрастом, я даже их и не крашу. Но если они вот немножко будут погустее, гуще, мне это будет больше нравиться. Поэтому я думаю, вообще никому не помешает немножечко поухаживать за ресничками, попитать их, если вот это вот питает как раз активная сыворотка для ресниц. Прекрасно, отлично. Возьму на заметку, прямо сейчас запишу номер вот этой вот сыворотки. 1124, это артикул, я так понимаю. За 2 недели восстановила ресницы после наращивания. Прекрасно, очень здорово. Одна девушка написала, вот такой крем навеки не наносит. Это то, что я вот наносила, вот этот вот ретушь. Ну, а я его навеки не наносила. Где-то если попала под глазами, но это как бы не специально я там старалась. Ну, вообще навеки я его не наносила. Не знаю, может, она каком-то другом такой крем навеки не наносит. А я другой тогда и не наносила в этом видео. Только это. Так. Где вы покупали такую разделочную доску? Это имеется в виду доска, которая гнется, да? Девочки, а в фикс прайсе. У меня даже две такие, они вот бывает заканчиваются, потом опять завозят. Ну, правда, очень удобно, что она гнется. Прям раз, согнул ее и хоп, и высыпал все. Не надо вот это ножом, знаете, как мы это любим. Так вкусно кушаете, тоже захотелось. Ну, стараюсь. Рекомендуйте дальше интересные сериалы. Девочки, ну вот да, у меня тоже, я подписалась на Амедиатека, на Иви, вот заплатила же деньги. И сейчас стараюсь в Амедиатеке максимально там посмотреть, что они там предлагают. Но очень часто бывает, когда я начинаю смотреть сериал, вроде как вот с первой серии, вроде бы ничего, нормально так что-то заинтересовало. Смотришь вторую, третью серию и понимаешь, что ну, скукотища, ну как бы он не напрягает. Бывает, я чем-то занимаюсь, думаю, ну и хорошо, что не нужно прям специально вот
смотреть прям в телевизор, чтобы что-то не упустить. Когда особенно там или стразики втыкаю, или еще что-то там делаю потихонечку. Так жужжит себе сериальчик, и хорошо. Но иногда хочется прям, знаете, чтобы вот как-то захватил, зацепил, чтобы весь мозг мой освободился от других всяких мыслей, уйти прям в сериал и прямо... Вот тогда мозги отдыхают именно вот от своих каких-то, ну, работа мыслей всяких. А тогда отдыхает, да, и тогда классно. Но приходится, знаете, как на прииске, кто золото вот ищет, они же отсеивают много песка. Приходится вот так вот много отсеять каких-то сериалов, чтобы найти эту золотую жилу, какой-то сериал посмотреть с удовольствием. Чтобы еще нравились актеры. Бывает, смотришь вот прям на игру актеров. Нравится актер, как его, как он выглядит, его мимика, там жесты, как он говорит. Ну, бывает вот так. И такой вот, или сюжет очень захватывающий. Но мне, я заметила, очень тоже большую роль играют актеры, состав актерский. Бывает, если вот я смотрю, мне все актеры не нравятся. И мне уже не важно, о чем сериал, я просто не смотрю, потому что, ну, не нравятся мне актеры все. Так. И вот еще мне один я отвечу вопросик. Значит, тоже пишет мне подписчик один. Я не поняла, на пути к похудению, оказывается, нужно не есть в день больше 1400 калорий, иначе не похудеть. Если меньше, то схуднуть можно, даже при этом едя мало. Значит, можно кушать все, что угодно, но не более какого-то определенного количества калорий в день. Ну вот кто-то уже ответил нет. Не, ну на самом деле должно просто, как сказать, растрачивать калории нужно больше, чем ты ешь. Можно есть, допустим, хорошо питаться, но тогда много должно быть затраты калорий. Надо заниматься обязательно какой-то спортом, физический какой-то труд, или, я не знаю, целый день там ходить, бегать или что, чтобы они сжигались. А если малоподвижный образ жизни, как у меня, например, да, тогда нужно мало калорий тогда есть, да. Просто перестать есть и все. Чуть-чуть есть, перекусывать и все. Но голодать не люблю тоже. Вот такая вот тема. Так, ну, в общем-то, на какие-то вопросы из последнего видео я ответила. Дальше уже рыться я не буду. Девочки, я сегодня решила отдохнуть, честно говоря, потому что, ну, вся неделя у меня была, в общем, вечером Настя, днем там монтировать, снимать, готовить, что-то еще делать. Вчера целый день с Настей провела, и вот сегодня я проснулась, ну, как бы с утра еще какие-то свои дела поделала, потом я поняла, что я устала, и мне очень хочется сегодня просто тупо поваляться, ничего не делать. Ну, я уже сделала с утра все, что мне было нужно, готовить я не буду сегодня, магазин мне не нужно. Я просто хочу под сплитом полежать, спокойно найти какой-нибудь сериальчик, и мне нужно просто отдохнуть, чтобы мозги и тело, и все у меня отдохнуло. И когда я наберусь новых сил, начну новое видео, и, в общем-то, опять могу сказать, продолжение следует. Поэтому прощаюсь я с вами сейчас на этом. Кому видео понравилось, как всегда, девочки, ставьте лайки, мне очень приятно, пишите комментарии. И до новых встреч, пока-пока!